К другим новостям. 18 марта будет богатым на важные события. В этот день, помимо выборов президента, в округе пройдет ряд мероприятий. Жители, например, смогут получить юридическую помощь и сдать нормы ГТО. В этот день с 10 утра и до 4 часов дня рядом со всеми избирательными участками будут оказывать бесплатную юридическую помощь всем желающим. Также в Люберецком округе для учеников общеобразовательных учреждений и их родителей с 11:00 пройдет физкультурно-спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». А заодно участники и гости мероприятия в возрасте от 6 до 70 лет смогут сдать нормативы ГТО. Адреса школ, где будут проходить соревнования, смотрите на официальном сайте администрации Люберецкого округа в разделе «Новости». Также 18 марта в рамках проекта «Комфортная городская среда» жители 72 регионов будут выбирать общественные площадки для благоустройства. В Люберцах на голосование вынесены 4 адреса. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.